позвольте представить вашему вниманию роботизированный комплекс, состоящий из двух карьерных самосвалов грузоподъемностью 90 тонн. Самосвалы управляются без участия человека. Операционная система, программный продукт находится в специальном диспетчерском пункте. Первые машины заработали у нас в Суэке в Хакасии. Сейчас мы уже данный комплекс внедрили у себя. Уголь. Здесь уже целый комплекс. Это не просто машина, управляемая программа. То есть там водителей нет? Ни погрузчики, ни... Водителей нет. В погрузчике водителя нет. Погрузчик управляется дистанционно с нашего диспетчерского пункта. Сегодня еще программные технологии ни у нас, ни у наших конкурентов не смогли достигнуть именно формирования шапки и равномерной загрузки коренного самосвала. Но мы над этим работаем. Система точного позиционирования установлена на карьерном самосвале. Она включает в себе высокоинтеллектуальные технологические продукты. Это система точного позиционирования, антенны GPS. И самое главное, это вот маршрутизатор, который способен отдавать, именно отдавать большой объем информации в диспетчерский пункт. И это создано благодаря именно системе GPS 5G, которая здесь у нас находится. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Работаете. Ребята, мы вам не должны мешать. Любой карьер, любое количество техники, вы будете выполнять эту операцию. Да? Да. Да. То есть огромный карьер, будете возить рудные какие-то правильно, материалы, да. Там будут грузить несколько погрузчиков, да? Да. И полсотни автомобилей, к примеру. Да. Да. И система будет управлять. И можно находиться здесь даже. В Республике Беларусь. За 1000 километров можно управлять карьером. Угу. По сути, оператор и инженер-программист, который следит за работой компьютера. То есть он сейчас фактически... Осуществляется погрузка сейчас. Управляет машиной. Мы понимаем, есть специфическая добыча урана, есть добыча, где глубоко, где мало кислорода, где очень тяжелые условия для человека. И для как раз-таки вот этой технологии, она применима и в тех местах тяжелых. Ну что ему, вот он сидит... Да, такую работу. Даже не поймешь, что он там грузит. Ни шума, ни вибрация. Да. Кофе, чай, пожалуйста. Все условия. Да. Оборотах, это при помощи электромеханической трансмиссии, экономия топлива для семей.